Мы услышали выстрелы. Ну, не выстрелы, это хлопки были. Мы повернули в сторону хлопков. Мужчина, который ехал с нами, вышел из автобуса с, ну, в Больших Орлах, он упал. И тут мы увидели этого стрелка с двумя оружиями. Ну, я закрыл двери, кондуктор им кричит, все на пол. Они, ну, хорошо, народ немного было. Вот. И мы поехали очень быстро. Я героем себя не ощущаю, мне кажется, любой бы разумный человек поступил так же. Какого? Зачем там стоять? Надо просто спасать себя и других, если есть такая возможность. В принципе, какой-то героизм. Это нормальная реакция, я считаю, самосохранение.